Термины проведения выниковых школьных испытаний на 2022-2023 годы вызначило Министерство адукации Беларуси. Докладно вызначены виды и формы этих экзаменов. Так, для выпускников 9 классов выниковыми испытами станут переказы по белорусской и русской мовах, письмовая математика и устная история Беларуси. Основный термин проведения с 1 по 9 червня. У 11 классах чекаются испыты в выгляде централизованного экзамена у письмовой форме по белорусской и русской мове на выбор. Яны пройдут в основный день 14 мая. Математика, физика, замежная мова, химия, биология, история и иншие предметы по выборы можно сдать, как централизованное тестирование, у основный день 21 мая. До речи, по каждому испыте предугледжены и резервовые дни.